Вы вообще расставили, что вы сделали? В интернете работаем. Мы все в работе были. Учили белую работу, любил детей. Очень. И ничего другого не надо было. Предлагали ей. Мы, да, вот родственники. Все-таки она с детьми ездила. Везде вот возила их на выставку. На какие-то мероприятия. Я говорю, ой, ну это тяжело. Бывает, надо перейти на другую работу. У нее два высших образования. У нее школа художественная. Она училась в школе Андрея искусства на 4-м курсе. Перейди куда-то в другое место. Она сказала нет, я буду здесь работать. Очень и работаю здесь. Очень люблю работу. Не было у вас какого-то предчувствия для нее? Нет, вообще. Хоть бы что-то было. Ничего, вообще никакого предчувствия. Абсолютно. Я слышала, я на работе была, по радио, что 7 человек насмерть на Минской улице. То есть я подумала, это далеко, она живет тоже, моя Оля, недалеко, там на Кременчугской. Где моя Оля? Там живет. И поэтому это самое так вот. Я подумала, говорю, 7 человек, это было в субботу, а в воскресенье у меня вообще день рождения. В воскресенье вечером. Приехали с интерната и все нам сказали. Я обычно всегда приезжаю с работы, я включаю, вот люблю вести. Вести, там, время, там все это смотрю, новости последние. А в этот день, почему-то именно, вот в субботу, я не включила. И утром в воскресенье почему-то я не включила. Вот почему? Вот то, что я уже потом подумала, говорю, почему я не включила телевизор и не посмотрела вот эти вести. Не знаю. Вечером они приехали, сказали. Просто они когда зашли, сразу две, сказали, я им только сказала, говорю, на Минской улице, вот там сразу почему-то. Они говорят, да, на Минской улице. Представители, родственники Максимова не пытались выплатить с вами как-то связаться на мировую? Нет, какая мировая? Ну а какая мировая, может быть? Ну, имею в виду какие-то деньги, какие-то компенсации. Не нужно нам ничего. Вам не нужна, да? Не надо ничего. А дети были у тебя? Нет. Детей не было. Вот говорят, что Ольга не должна была быть в тот момент, что конкурс перенесли. Да, должен быть конкурс этот в пятницу. А почему-то, по каким обстоятельствам, они перенесли на субботу. В течение каких-то обстоятельств. То, что автобус почему-то так же задержался, который они ожидали. 103-й автобус идет отсюда, как раз до интерната. Как-то все сразу. Заседание чем закончилось? Что? Сегодня заседание. А еще не закрыто. Там закрытое, только остались вот. Там такой кого был признали потерпевшим. Все, остальных всех попросили выйти. До следующего заседания. Вы не будете поддерживать особое для рассмотрения? Особый порядок. Нет, чтобы раньше? Нет. Раньше нет. Нет, ни в коем случае. Ну, чтобы было как в закрытом режиме, но ему какой-то там час. Все, он признает вину, и автоматически ему, как бы, если хочет особое рассмотрение, то ему дают 2/3, не больше. Нет, как по полной. Все как по полной, ничего даже принимать не собираемся. Ни наша страна, ни страна интерната, нет, ни в коем случае. Вот 9 лет все-таки, по вашему мнению, максимальное наказание, оно соразмерно с тем, что все-таки вот натворил судьи, как вы считаете? Нет, конечно. Нет. Что это 9 лет? Он может там и получить УДО, он может это вполне получить и выйти через 3 года на свободу, и все. За такое, конечно, за смерть, конечно, никаких разговоров не должно быть. Или так, чтобы такая статья была, чтобы не вышел он после этой статьи. Он еще будет молодой, чтобы он вышел, вот, пенсионером, пусть и живет. На то, что заработает там, и на эту пенсию пусть тогда и живет.